Сникерс, не тормози. Два съела и торможу. До новых встреч. Приветствую вас. В предыдущем выпуске мы рассмотрели портативные бензиновые генераторы ТОР серии KM номинальной мощностью до 3 кВт. Но если вам потребуется больше мощности, нам есть что предложить. ТОР KM11000H на 7,8 кВт – самый мощный генератор в линейке моделей KM. Бензиновый генератор является мобильным источником электрической энергии. Принцип его работы состоит в преобразовании энергии от сгорания топлива в электричество. Генераторы могут быть оснащены бензиновым, дизельным или газовым двигателем. Бензиновый ДВС наиболее распространен из-за простоты и неприхотливости. Чем больше приборов вы захотите подключить и чем больше они потребляют, тем мощнее генератор вам потребуется. Давайте подробно рассмотрим преимущества генераторов ТОР. Бензиновый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания не боится отрицательных температур, тише дизельных и менее прихотлив в обслуживании. Справедливо будет сказать, что дизельные двигатели обладают большим КПД, но они крупнее, тяжелее, более громкие и чувствительны к отрицательным температурам. Синхронный медный альтернатор позволяет выдавать качественный электрический ток, выдерживает пиковые нагрузки и кратковременные перепады тока без вреда для себя. Если вы предполагаете подключение приборов, чувствительных к перепадам тока, то обратите на это свое внимание. Конечно же, нужно отметить функцию электрозапуска. Для генераторов мощностью более 3 кВт это необходимость, так как завести такой генератор ручным способом задача непростая. Кроме того, генератор будет легче запускать в условиях низких температур. Информационный дисплей, на который выводятся данные о напряжении, частоте тока и количестве рабочих часов, позволяет контролировать показатели и отслеживать необходимость очередного ТО. Индикатор уровня масла. Три вида розеток на 12 вольт для подзарядки аккумуляторов, стандартная 220 вольт на 16 ампер и силовая 220 вольт на 32 ампера для подключения энергоемкого оборудования, такого как котел отопления, скважина, насос и так далее. На бензобаке расположен индикатор уровня топлива. Конструкция воздушного фильтра позволяет без труда доставать фильтр для замены или промывки. Наличие транспортировочных колес и ручки – очень удобная опция, учитывая немалый вес аппарата – 82 килограмма. Напоминаем, что стабильная работа электростанции должна проходить не на 100% мощности, а на 80% мощности от номинальной и на 70%, если нет централизованной сети энергопитания. Где же можно использовать такой мощный генератор и что к нему можно подключить? Например, его мощности хватит для полноценного питания загородного дома, мастерской или производственной площадки. Справится он и со строительными, и с дорожными работами. Будет страховочным источником питания для офиса или магазина в случае отключения центрального электроснабжения. Подробную инструкцию по запуску эксплуатации мы демонстрировали в первой части обзоров на портативные генераторы. С этим гигантом принцип тот же самый. Диапазон рабочих температур также идентичен – от минус 20 до плюс 40 градусов. Не забывайте про правильную организацию работ внутри помещения, где должна быть качественно выполнена система отведения выхлопных газов. Электрогенератор обязательно нужно заземлять. Вся подробная информация указана в паспорте. Бензиновый электрогенератор ТОР KM11000H сочетает в себе необходимый для комфорта набор функций, высокие потребительские характеристики и простоту использования. Все это за приятную цену. В этом вы можете убедиться на нашем сайте. Все ссылки в описании. Поверьте, этот генератор станет надежным помощником в быту, на производстве и на стройке. С вами был интернет-магазин EME54. До новых встреч!